На афишной тумбе нет пустого места. Одна реклама сменяет другую очень быстро. А еще несколько недель назад объявлениями были увешаны стены домов. В 2 метрах от специальной конструкции еще видны следы клея и обрывки бумаги. С рекламой на фасадах борются управляющие компании, но через короткое время она появляется здесь вновь. Было принято решение людям дать возможность определить места, где они смогут ее размещать уже законно и не портя внешний облик города. Для размещения рекламы используют любую поверхность – остановочные комплексы, дорожные знаки, столбы освещения. Самые находчивые решили, что мимо объявления на дереве никто точно не пройдет. Но с появлением специальных тумб ситуация должна измениться. Сознание однозначно меняется. Поначалу, более того, я вам скажу, когда они только были установлены, жители стеснялись их обклеивать. Вот. В настоящий момент они востребованы. Ну и в дальнейшем, я надеюсь, что все у нас, наши административные здания, жилые здания будут, соответственно, в хорошем, красивом, достойном виде, без каких-либо реклам. В каждом районе установлено по 10 афишных тумб. Они размещены недалеко от самых многолюдных мест. А на остановочных комплексах появились рекламные стенды. Здесь тоже можно разместить объявления, но уже частного порядка. Следить за конструкциями будут сотрудники дорожного предприятия.